Привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем чистить сковороду. Судя по ее внешнему виду, ее не мыли очень и очень давно. Я думаю, так лет 10 стенки ее точно не мыли. Слой нагара очень большой. Ну и попробуем методы из интернета, как они работают. Досмотрите обязательно этот ролик до конца, будет мега-мега интересно. Ну что, вы готовы? Поехали! Мы будем с вами использовать пищевую соду, лимонную кислоту и у меня жидкое хозяйственное мыло. Ну, можете заменить на твердое. Натереть на терочку будет то же самое. Итак, для начала нам нужно снять ручку. Емкости объемной у меня нет, чтобы прокипятить. Я закипятил чайник и буду замачивать в тазу. Замачивать будем на сутки. Высыпаем наши все три ингредиента. Ну и лимонная кислота. Сразу пошла реакция. Опускаем в нашу сковороду и надеемся на чудо. Для того, чтобы эффект был лучше, я еще одену пищевую пленку сверху, чтобы сделать такой парниковый эффект. И оставляем на 24 часа. 24 часа прошло, давайте посмотрим результат. Проставочка такая, вроде как на ней жир отошел. Довольно-таки легко снимается, и это хорошо, начало хорошее. Ну что нам скажет наша сковорода? Как она себя чувствовала этой ночью? Попробую потереть внутри, как этот жир отходит, не отходит. Пробую снимать снаружи. Нагар практически не отходит. Пробовал я, забегая вперед, скажу вам, я пробовал и через 5 часов, то есть, когда еще все было горячее, практически ничего не произошло. Жир не отходил. Теперь металлическим ёршиком. Беру ёршик и чищу ним. Результат тоже не очень успешный. Еще у меня есть одна мысль, с помощью соды почищу дно. Попробую счистить вот этот весь нагар, что есть. Очень плохо отходит. Нагар никак не хочет сдаваться. Не срезается ни ножом, не чистится ёршиком. Так что вот такой у нас с вами получился эксперимент. Я скажу, что если не кипятить, то этот метод практически не работает. Не тратьте свое время, силы. Может, если бы мы его прокипятили час, два, три, пять, и были бы какие-то сдвиги. А так, с помощью замачивания мы добились нулевого результата. С помощью соды давайте почистим внутри, мочалочкой. Внутри у нас практически все отмылось, немножко осталось. Но результат неплохой. По сравнению с тем, что было, это довольно-таки хорошо. Ну а со стенками полный провал. Нагар не отошел, и наша цель не достигнута, чистая сковорода. Вот такой эксперимент мы сегодня с вами провели. В следующих видео попробуем другой способ и прокипятить. И что из этого получится. Дальше будет интересно. Спасибо большое за внимание, всем хорошего дня, добра, удачи и до новых встреч. Скоро увидимся.